Да. Потрясающая команда Тазовая Кость, дорогие друзья. Оба отрицаем скорость. Но... Он наш мозговой. Мозговой надувной. Надувной — это мега боец. Ну, тоже знакомая всей Москве местность. Идем к Шаке. Все мы, все вы, в общем, все видели эту хрень уже много раз. Великий Тото, Лизун Сосун. Имеется в виду, у него во рту Лизун Сосун. Так называется чупа-чупс питерский. Видите? Вот, очень интересно что. Ну, в прошлый раз мы говорили про Стен, Стритфайтер и прочее. Стритфайтер, как мы видим, оправдался. Все места выиграл Питер. По поводу тазовой кости, какие комментарии? Кого играете? Боксера. Дядька боксер, замечательно. У нас в Питере за шлюх не играют. Да, это верно. Далее. Сейчас мы пристанем к капитану команды. Тазовая кость, Робобобру. Робобобр. Робобобр, пару слов для Москвы. Вы за кого играете в Тикен? За Брайана Фьюри. Брайан Фьюри, то есть да. Веселый Брайан. Конечно. Отлично. Так, а он у нас томат. Но он за кого? За Фенга? Нет, за Лома. За Лом? Ну, в Москве жопа, конечно, если дерево возьмется там. Так, а что это мой мэр делает? Я не понял. Какие-то люди левые в нем сидят. Это, видимо, не мой мэр. Ну, неважно. Может, к речушке пройдемся, покажем. А, вообще, мы показывали уже эти красоты. Токсическую воду и прочие выхлопные газы. Да. Очередное видео из разряда ни о чем. Оно абсолютно ни о чем. Не знаю, кто его будет даже смотреть. Увыркило, зачем вы едете на стритфайтера пельмени матча? Пнить. Дома кушать нечего, а тут пельмени. На халяву, да. Окей. Ни у кого нет шансов выиграть у меня. Ни у кого нет шансов. Даже у USA. Да, у USA нету шансов против Уврукила. Он же меня боится. Я его тренил. Зато он тебя в ГГ делает. Так же, как ты его в СФ. Ну, машина маньяка-убийца. Классическая, фургончик. Послушаем разговоры тазовой кости. Делайте вид, что вы не видите. Без комментариев! Все всерьез, такие секреты не разглашают, нет. Ну ладно. Так, приближаемся к жилищу Жака. Наш французский друг Жак. Простонародье Жакаши. Скажу. Да, именно так. О! Мы видим замечательные пакеты с белым веществом, видимо, это результаты. Запчасти от стиков. Вот Питер заказывает что-то вот запчастей для стиков из Японии. В мешках бандероли, например. Ой. Они там обсуждают. Тазовая кость не шутит. Эти парни настроены серьезно. Не шифруют. Мне не понять их разговор. Да. Что-то странное они говорят. Вот табличка «Разводчик акул». Болит Шакашу. Давайте покажем миру код Шакашу. Я помню код, да. Вот так вот открываются все двери в Петербурге.